ночь на 18 января в российском городе Подольск Московской области прогремели взрывы. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы противовоздушной обороны РФ якобы сбили беспилотник в Подольске, который летел на Москву. А в Минобороны страны агрессора заявили, что атакована была не только Московская, но и Ленинградская область. Как пишут российские паблики, под атакой оказался петербургский нефтяной терминал. Якобы БПЛА с 3 килограммами взрывчатки упал на территорию нефтяного терминала, однако о разрушениях не сообщают. Громко было и в Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, якобы... 10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО. По поводу возможных разрушений информации пока нет, за исключением одного дома, выбито стекла в Белгородском районе. Позже в своем телеграм Гладков добавил, что есть одна пострадавшая женщина, а также зафиксированы разрушения в селе Мясоедово. Там повреждены несколько домов, а также линии электропередач и газоснабжения. Все чаще в российских городах звучит воздушная тревога, а россияне жалуются на ракетные удары и атаку беспилотников. 17 января громко было в Белгороде. Как сообщали российские паблики, как минимум было сбито 7 БПЛА. В результате повреждения получил жилой дом, также загорелась хозпостройка, повреждена линия электропередачи. В этот же день вспыхнул крупный пожар на полиэфирном заводе в Ростове.